Здравствуйте. Начал порхать первый снежок. И решил я свой рейдер доделать. Это у меня будет поворот угла рейдера. А это в будущем я планирую делать лопату для грейдера. Просверлила отверстие для ручки. Приварил ось. Диаметром 25 миллиметров. Вот в это отверстие у меня будет вставляться тросик. Это болт регулировки тросика. Тут точно так же. Сейчас я вам покажу, как я делаю стопорные шплинты. Вот такую оправку изготовил. Ложим оправку. И ударяем кувалдой. Ну вот, он готов. Теперь лишнее откусываем кусачками. Эту проволоку можно использовать спица велосипедная или зонтик спица. Вот такой болт изготовил. Shift. Вставляется и стопорится. Все. Сейчас я вам покажу, как изготавливать любые пружины любого диаметра. Вот такую пружину распустил. Изготовил вот такой кривой стартер с электрода тройки.
Ну, пружина готова. Ну, вот такой грейдер у меня получился. Ручки я продену тросики и буду с помощью тросиков управлять отвалом. Отвал я изготовил из двойки. Вот такие ребра жесткости загнул. Приготовил оцинковку, посажу ее на заклепки для лучшего скольжения снега. Каркас лопаты изготовил из профильной трубы 15 на 15. Просверлил отверстие в пластине для крепления. Сделал вот такие усиления. Впереди пластина у меня толщиной тройка 60 на 800 миллиметров. Сварено две штуки. Загнул из оцинковки саму лопату. Все края загнул по 15 миллиметров. Толщина оцинковки 0,8 миллиметра. Закрепил оцинковку на заклепке по периметру. Установил тросики управления ковшом и отвалом. Сейчас у меня рабочее положение ковша. Это транспортное положение. А это мы выгружаем так. Вынимаешь плинт и штифт.
Внизу закрепил металлическую пластину, закругленную. Пробовал резину. Резина что-то мне не пошла. Очень трудно. Большое сопротивление. Все, спасибо за внимание.